Верующие отметили торжество православия. Оно было установлено в Греции в память окончательной победы над иконоборцами. Из-за них церковь многократно подвергалась гонению. Седьмой Вселенский собор закрепил почитание икон. И с тех пор установился праздник, который отмечается в воскресный день первой недели Великого Поста. На службе в храме Петра и Павла побывала наша съемочная группа. На службу в храм Петра и Павла пришли сотни верующих. Для прихожанки Любови Бушуевой торжество православия имеет большое значение. Ее семья отмечает каждый праздник. И к светлому Христову воскресенью она готовит себя, соблюдая пост. К этому же приучает и своих детей. Ограничения в еде, конечно, как положено. Первая неделя, она такая неделя как бы тяжелая, да, без масла. В церковь стараемся почаще ходить. Пост еще долго будет идти. После поста великий праздник Пасха. Все ждут, дети ждут. По словам благочинного церквей Химкинского округа отца Владимира, торжество православия призвано обратить внимание верующих на свои грехи и вспомнить святых, которые пострадали во времена гонений на церковь. Совершаем торжество православия своего рода как символ того, что Церковь Христова никогда не будет поругаема. Поздравляю с праздником, желаю всем помощи Божией. И пусть в нашем сердце всегда будет стремление быть верными чадами Церкви Христовой. Великий пост длится 40 дней. За это время верующие телесно и духовно готовят себя к встрече Пасхи. Праздник переходящий, и в этом году он будет отмечаться 5 мая. Екатерина Юшна, Юлия Арянина, Алексей Козерев. Служба новостей.